Теперь, чтобы участвовать в ралли, не нужно быть профессиональным спортсменом. Для этого даже не требуется наличие паспорта. Главное – энтузиазм и дружеский настрой. Ведь даже название у гонок очень теплое – «Батя». Такой же носит журнал, устроители которого и поддержали идею соревнований. Данный ралли, наоборот, рассчитан на новичков, даже не на любителей, а на новичков, чтобы семья с детьми могла принять в нем участие. И все едут на своих автомобилях, не нужно никакой особой подготовки для этого, и едут по обычным дорогам, с соблюдением правил дорожного движения. И потом через 300 метров направо. У светофора. А потом через 200 метров у знака пропускай. Налево. Участники ралли не знали, куда они приедут в конечном итоге. На старте им была выдана дорожная книга, где указывались перекрестки и достопримечательности, по которым штурман должен был ориентироваться, чтобы успешно пройти 4 судейских пункта и дойти до финиша в установленное время. Задания вроде как на первый взгляд были сложные, но в итоге все справились. Коллективная, можно сказать, работа. И дети участвуют, и жена. Какое место вы получите? Я думаю, что второе. А почему не первое? Не знаю. Задача этого ралли сплачивать семьи. Потому что это достаточно непростое испытание для семьи. И та семья, которая сможет быть слаженной, помогать друг другу, она пройдет его хорошо, да? И, соответственно, сможет занять какое-то место. Проехав из одного конца Москвы в другой, участники финишировали в загородном клубе «Усадьба Остров», где уставшие взрослые могли наконец-то расслабиться, а вечно энергичные дети порисовать, почитать стихотворения и поводить хороводы. Ралли проводится уже в 4-й раз, и многие участвуют в семейных соревнованиях уже не впервые. Но, как утверждают гонщики-любители, с каждым годом состязания меняются в лучшую сторону. В прошлый раз и сейчас по-своему каждый раз хорошо. В этом году намного комфортнее ожидание результатов, конечно. В этом году трасса более такая сложная. Очень много интересных спецучастков таких, очень необычных. А в следующий раз будете участвовать? Я думаю, что да. Проведение ралли уже стало традиционным. Его участники уверены, эти соревнования не только побуждают стремиться к победам, но и помогают укреплять семейные отношения. Александр Шишов, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».